блядь. Поздравляю с покупкой. Что, самый дешевый, да, взял зеленый цвет? Не, он что-то другой, их мало таких пойдет. Да, но не черный уже не тот уровень, если честно. На багажник покажи, да, багажник. Это что, паркет? Тут ничего не поместится. Надо хлопать, не закрывается. Это некачественное. Сколько печка дает? Вот сколько, если вот, чтобы холодно было? Сколько дает? 16 градусов. Только 16 дает? А если захочется 14, что делать? Не даст, это уже не даст. Это... А что, налог на нее есть, да, какой-то еще? Да, да, конечно. То есть каждый год платить надо, да? Ну да, каждый год. То есть она до сих пор не твоя получается, да? Не, моя на все машины налог. А если один год не заплатить, что, ее заберут? Ну, это квадрат, это какой-то УАЗик, если она честно, да. Я вообще хотел взять такой наличкой, но... Говорят, зеленый цвет так себе, гейский. Очень рады за тебя, рады. Спасибо, рады. Поздравляю, поздравляю, спасибо, дай спасибо. Бог, чтобы только хорошие спасибо, места брат. Ездил. Вот здесь нам, вот где-нибудь возле метро Менделеевский, остановим и там доедем уже. Лучше бы такой взял, стопудово лучше, асфальт темный.